Запись работает? Так, вроде да. Так, всем привет! С вами Гепардич ТВ. И сегодня продолжение «Германец против ОМОНа». Мне дали вот такую вот одежду. Просто они сотрудничают с США. Вот, короче. И, блин, это очень плохо. Они у меня мою одежду отобрали. Они у меня все вещи отобрали. Блин, вон там вот дома у себя германец. А, вот он. Да. Я как-то слышал, то, что у них в колодце есть какие-то вещи. Сегодня мы это проверим. Так, а как бы нам сбежать? Так, ребята, он пока что не видит. Мы сейчас вот так вот кое-что сделаем. Повидали? Давайте-ка так. Так, давайте, давайте, тихо. Надеюсь, он не спалит. Ну-ка. Да, он меня не спалил, реально. Давайте быстро в колодец. Вдруг там реально вещи есть. Так. Так, вот, а, тихо, тихо, ребята. Так, ребята, смотрите. Кстати, у меня появился второй канал. И напишите в комментариях, про что он будет. И придумайте для него название. Чё, понял, да? Ну чё ты, блин, я в колодце вещи нашел. Теперь это мои вещи. Так, сейчас я спущусь за ними. Теперь ты будешь мне подчиняться. Кстати, стоп. Ну-ка, президент-то у них ушел. Ну, не в том смысле, типа, он умер, но он ушел. У них куда-то... Иди отсюда, тупой германец! Ты чё, блин, не понял? Моя попа горит! Задница горит, да? На, все. Да какая задница, у тебя ничего не горит, дебилыч. Дебил ты. Короче. Пока я пережил другую деревню. Ага, конечно, блин. Блин, давай, беги отсюда. Блин, он убежал. Нет, я хочу за ним проследить. Как вы помните в прошлой серии про ОМОНа и про немца, он меня поймал. Так, ладно, я покажу, что я... Кто-то бил? Кто тебя бил? Я не знаю, блин, фашист. Ладно, короче, кое-что в доме посижу, блин. Дождь пережду, вот, в общем-то, да. Блин, ребята! Ну-ка! Ай! Блин, у него пистолет был, я его все равно, блин, смог. Ай, да. Блин! Давайте подберем этот ножик. Все. Ай, кость! У него кость! Так, ну-ка, получи еще раз. Ага! Да легко, блин, я ОМОН. Все, я ему нанес несколько ударов в ногу. Вот так вот. Тебе он интересно. Так, я слышал, он тут пленника держит. Так, давайте-ка, сейчас мы пленников освободим, если они реально там есть. Так. Сейчас каменный кирка вот это все сделаем. Наверное, сегодня мы победим, ребят. Так, а чтобы мы победили сегодня, вам нужно обязательно поставить лайк. Вот. Так, все, жители. Где? Ах, ты ж свинья! Не достанешь! Ну все, тебе капец! Ах, ты ж капец тебе! Да как это делать, дебил? Да потому что я ОМОН еще раз говорю. Вышел я. Флаг! Ну да, что? Это же ваш флаг, дебилки. Ладно, на оружие, я так же быть тебе. Тебе помогу. Надеюсь, меня не уволят.
Так, я не понял. Не-не-не-не-не. Так. Да? Блин! Ты что, офигел? Мне не надо. Все, я... Ты офигел? Ну-ка иди сюда, да твой все, солдат. Я... Да все! Да ничего не все, давай сражайся. Давай сражайся. Что-то не умеешь сражаться, блин. Что у вас в Германии учат? У вас пустые мозги. У вас пустые мозги, просто пустышки. Тьфу на вас. Так. Нет, ничего такого годного нету. Ладно, окей. Фух. Кстати, теперь я не ОМОН какой-то, блин, а солдат. Нет, я на самом деле ОМОН, я понимаю. Тебе морду набить. Давай в рукопашную, ринг. У тебя все там нормально? Давай. Давай, выход, заходи. Так. Он где-то от меня скрылся, но от меня не уйдешь. Так, ну-ка, где это он? Да ё-моё. Так, где же он? Ну-ка, сейчас в дом зайду и про... Кто меня ударил? Да где он? Я просто не могу. А, блин, да где? Ты меня троишь? Я думал, где, блин, ты? Ха, чё, без вещей-то? А? Где его? А я не знаю. Наверное, тут где-то. А я не знаю, где твои вещи. Они потерялись. Я сплю прямо на церковье. Ты чё, дурак вообще? Ну, это у вас Германия там. Тебе сейчас капец. Ни хрена. На, что ты тут на крыше, блин, делаешь? Что, давай в рукопашку мы хотели? Так, подожди. Здесь не спрыгивай, там, где безопасно. Вот где я тут доску поставил. Я тут извиняюсь. Все, короче, все, пойдем, сейчас мы на ринг будем. И сейчас мы выясним, кто же сильнее, ОМОН или фашистский солдат. Вот, поле отличное, чисто. Давай. Ой, буду тебя камнем дубасить. Иди сюда, на счет три. Раз, два, три. Погнали, бокс. Сейчас я тебя урою, скотина. Я тебе сейчас лицо размажу. Я тебе сейчас в стену впечатаю. Сражайся, сказал. Чё-то не похоже, что ты солдат какой-то, блин. Да ты чё, дебил, что ли, блин, а? Давай уже по-нормальному. Ай, больно, больно. Ты чё, офигел? Ты сейчас тебе капец, блин. Сейчас я тебя сейчас зажму. Так интересно, где он? Я тебе сейчас в холм впечатаю, понимаешь? Так, да ты сейчас реально все. А ну иди сюда, козлина. Так, ну что, больно уже, да? Все. Ну-ка иди сюда, сейчас будешь. Сейчас ну, все, ты сейчас проиграешь. Ну-ка. Так, я сказал, получи. Ну что, слился, скотина? На еще на добивание, скотина тупая. На нафиг, на. Ну что, я же сказал, я тебя впечатаю. На, по морде. Скотина ты. Свинца отведал. Да, я выиграл. А там мы еще посмотрим, скотина. Получи. Лови. На нафиг. Ребят, мы сегодня выигрываем этого солдата, не до солдата. Так, ударься. Так, хорошо, окей. Я знаю, что я буду делать. Подписчики-то знают. Опа! Ай-ай-ай! Ты что тут? Ты что, офигел вообще, что ли? Ты что, зубр? На, получай, козел!
На, получай! Получи, скотина! Короче, ребята, он мне надоел, я, короче, ухожу. Сейчас я вам, ребят, покажу это все. Все, ребят, уходим из этой деревни дебилов. Так, уходим, ребята, уходим, уходим. Кстати, вы так и не набрали 15 лайков, ну и ладно. Я все равно решил выпустить продолжение. Так, ну все, ребят, мы сбежали из этой деревни. В прошлой серии меня поймали, конечно, но сегодня я победил. Сегодня я победил. И как оказалось, этот германец на самом деле слабак. Фу, до России бежать, конечно, долго, но ладно. Побежали. В следующей серии, наверное, я уже там буду. Фуф, ну, 100% уже буду там. Ни хрена у них там. Все, я уже деревню их не вижу. Ну все, ребят, всем удачи, всем пока.